Артур возвращается. Мой король? Ваше величество? Нет, не начинайте. Я вас ни в чем не обвиняю. А я предупреждал Ланселота. Свергнем предателя! Да здравствует сопротивление! Вперед! Я тут подумал, что было бы правильно организовать встречу с представителями сопротивления. Вы что-нибудь слышите? Я отлично вас слышу! А вы? Совершенно неформальное мероприятие. Ну нельзя же настолько витать в облаках. Ну и как продвигается ваше решительное сопротивление? Вы двое, пройдите 200 шагов по дороге и стойте на страже на случай, если кто-то придет. По дороге? Еще раз, 200 шагов по дороге. А по времени сколько ждать? Пока кто-нибудь не придет. Это называется стража. Встречайте. А сами вы верите в победу сопротивления? Артур свергнет Ланселота и вновь объединит страну. Новое прочтение. Нужно убить Артура. Вы ведь раньше готовили воинов? Легендарные истории. Осады устраивали? Разве это не то, чему учат королей? Ну, вообще, короли правят, а воюют рыцари. Но у меня же не рыцари, а кто попало, и дураков хватает. Камелот. Возвращение короля. Что вы имеете в виду, говоря, что я войду в историю? Ну, а вас будут слагать легенды. Какие? Ну, все зависит от того, кто победит в предстоящей битве. Я думаю, что у вас неплохие шансы, но я не настаиваю. Кино с 20 января.